Здарова всем, ребятки, меня зовут Кент АПК. И прямо сегодня мой день начался крайне необычно, потому что мне пришло вот такое вот сообщение в ВК. Ну что же, давайте смотреть. Привет. Здарова, братан. У меня есть АВН Трэвис. Вижу, ребятки, вот это уже интересненько. Ну, хоть чтобы сыграть дуэльку на АВН Трэвис Хантер. Давай, я только за. Не, почини, вы скажете, возможно, это читы, возможно, это кидалово. Но мне попробовать это ничего не стоит. А вдруг, а мало ли, мне реально отдадут. Поэтому обязательно, почини, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, дорогие друзья, мы начинаем нашу великую нереальную битву. Только что на разминке я у него увидел, знаете что, у него нету ни единого скина, кроме G22 Frozen, прикиньте. То есть у него вообще все дефолтные скины, но на G22 Аркана Frozen за 3к голды. Поэтому, ребятки, я думаю, что в принципе вполне вероятно, что он действительно есть АВМ. Конечно, хрен его знает, но, ребятки, давайте попробуем, потому что он мне писал на протяжении 2 недель. Играем только... А! Ебецкая сила! Фига себе раздал. Фига себе, я, батька, просто... Просто вот так за 2 секунды 1-0. Не, ну, ребят, вы рофлите. Просто как стоячего. Так, слушайте, пока что хэштег по красоте. Давайте, ребятки, попробуем закрыть это 8-0. На кону, смотрите, что на кону. Он сказал, что он уверен, что он меня выиграет. И на кону, если я проиграю, я его добавляю в клан. Это Габелло просто как стоячего его убил. Просто за 2 секунды. То есть, смотрите, если я, ребятки, проигрываю, он попадает к нам в клан. Если я выиграю, то он мне отдает АВМ. Пишет, ля, я расслабился. Я напишу, играем на АВМ. Так, все, поехали. Так, все, написал мы, что играем на АВМ, чтобы он сильно не расслаблялся, потому что мало ли он забыл, надо ему напомнить. Так, все, ребятулечки, продолжаем дальше, счет 2-0, сейчас я повешу еще один хедшот, смотрите. Так, тихонько, тише. Дядь, ну ты поаккуратней, ну ты чуть мне в голову не попал, ну камон, мужик, 7 хп, 3-0 счет. Ребятки, ну просто ляпота. Ник у него Сайлис, не знаю, по всей видимости он фанат Сайлиса, клан у него JGQ. Впервые в жизни слышу о этом клане. Ладно, ребятулечки, так, берусь, а, гранат у меня уже есть, все есть, поехали, он пишет ГГ. Ну, ща, ладно. Ребят, ГГ, не ГГ, мне все равно, для меня самое главное, чтобы он мне отдал АВМ. Так, все, ребятки, полетели, счет 3-0, и сейчас, тише, попал, нормально. Нормально, пирожочек! Ни хрена себе, пацаны, все плохо. 15 хп, это жопа. Давайте, была не была. Фух, прикиньте. 4-0. Пишет, можешь поддаться. Можешь поддаться. Не, братан, не смеши меня так. Пожалуйста, по-братски я тебя прошу. Ну давай, пожалуйста, ну без этого, потому что у меня и так уже ор выше гор. Так, все, пацаны, полетели. Кто-то слепой, и я его убил. Еще 5-0. Не, пацаны, а представьте просто, если это Проникс, он меня ровлит и сейчас начнет играть на всю силу, и ясен пень, он меня выиграет. Так, ну ладно, ребятки, давайте не будем о грустном, давайте будем о веселом. Я предлагаю, давайте ему дадим небольшой шанс, я куплю М40. Просто маленький, миниатюрный шанс, если мы дадим на победу, мало ли ему повезет, мало ли сегодня удачи будет на его стороне, поэтому я беру, ребятки, М40 и вперед надирать задницу этому маленькому негоднику, этому маленькому проказнику. Как-то странно звучит. Так, ну прок... Ёханый бабай! Слушай, а вот это меня пугает. Не, вот это меня пугает! Не, я понял, я пал. Больше поддаваться этому молодому человеку мы не будем, окей. Беру эмочку, говорится, медленно, уверенно. Сейчас, пацаны, мы ему покажем, кто тут главный на районе, покажем, кто тут папочка. И покажем, кому он должен отдать АВМ Treasure Hunter. Ну что же, счет на данный момент 5-1. Мы, ребятки, дальше продолжаем нашу нелегкую битву. Полетели вперед в атаку. Так, ну иди сюда, пирожочек. Ну, пирожочек. Ёханый бабай. Так, почины. Короче, у меня есть хитрый план. Давайте залезем на эту коробку. Он по-любому охренеет, когда меня тут увидит, смотрите. И просто его подождем. Он сейчас придет, чуйка. Тише. Ну, смотрите.
Но я же говорил. Ой, братан, 6-1 пишет через стенку. Ну да, еще скажу, что я читер. Бугага, 6-1, ребят, ну просто ляпота. Айди у него, кстати, новенький, начинается на семерку, но тем не менее, если он меня киданет, ну его можно забанить за бан, и он потеряет свой G22 Frozen, а он, между прочим, стоит 3500 голды. Это как два ножа, поэтому я надеюсь, что он не кидок. Так. Что? Да это читы какие-то. Чего? Вы это видели? Вот это рофл. Я понял, что ничего не понял. Так, ребят, ну он меня разозлил. Зря он так, зря. Ну, братан, ну ты сам напросился, все, иди сюда, готовь задницу, ща кем-то пока, так сказать, засунете баклажан кое-куда. Баклажан, ребят, это название тактики. Ну что же, счет 6-2. Все нормалды, даже очень нормалды. Кидаем флешечку. Ну, так сказать, для уверенности. Ой, кто-то слепой. Фига себе, тише. Так. Он меня сейчас обратно через стенку бьет, отвечаю. Он какой-то маньяк. Так. Давай, префайр. А! Ёханый бабай. Так, пацаны. Короче, я прокинем куда-то туда флешку и все. Пусть идет через дым. Попал! О, у меня 13 кп, все плохо. Все очень плохо. Ребята, остается минута времени. Слушайте, он начал играть. Он начал реально играть! Да ну, 6-3. Пацаны, меня это не радует. Слушайте, вдруг он реально мне все это время поддавался, а сейчас начнет камбэчить. Не-не-не, слушайте, надо как-то это все пресекать. Давайте как-то играть более аккуратно, что ли. Я не знаю, может, не надо его пушить. Потому что что-то я его начинаю пушить, начинаю сливать. Счет 6-3. Так, пацаны, давайте лучше хэштег Кент соберись и хэштег Кент тащи. Пацаны, ну что-то меня это вообще не радует. 6-3, камон, мужики. Так, хэштег Кентух тащи. Полетели. Ё-моё, он еще меня слепил. Так, тише. Я жив? Алло! Алло, жив, нормалды. Так, лови флешку, сына. Так, тише. Он там, он на респе. Я предлагаю, давайте мы сделаем подарочек, вот такой небольшой. Ай-яй-яй, тут ждет кента, да? Ну давай, чуть как девочка, выходи, время поджимает, все, я тебя рашить не буду, ты уже надоел. Или зарашу. Так, тихонько. Почему тихонько? Давайте по шагам, слушаем шаги. Ща по шагам его услышу, ему жопа. Что? Обалдеть, я не ожидал, я клянусь. Ни хрена себе, а как он сюда прибежал, что я его даже не услышал. Фига себе, он жесткий. Так, почтенный, все, счет 7-3. Пока что все, хэштег по красоте. Ой, ребята, 7-3. Давайте. Я предлагаю последний раунд его запушим, чисто по фасту кабанчиком, так, чтобы он просто охренел от жизни. Полетели вперед вот так. Ну что же, сейчас этому фейковому стайлису надерем задницу. А прикиньте, если это не фейковый стайлис, я проорал бы. Здорово, братан! Да! Та-та-та, ты надоел, какашка! Так, пацаны, коптить его колбасу, ну он прям индеец с бомбом. Так, давайте этого, короче, масленка сейчас за 2 секунды раскидаем. Поехали. А то мне что-то так подсказывает, что он рассчитывает на камбэк. Но счеты 7-4 это будет сделать трудно. Но возможно. Поэтому давайте максимально осторожненько. Можно, если я проиграю, ты мне хоть 2000 голды. В смысле? Можно, подождите. Можно, если я проиграю, ты мне хоть 2000 голды. Напишу. Можно. Но ты мне АВМ отдашь. Не, можно. Нормально. Че-то он странный. Вначале просил, чтобы я ему поддался. Теперь просит хотя бы 2000 голды. Ну, можно, типа, 2000 голды просит с расчетом на то, что он мне даст 100 тысяч. Если так, то, конечно, можно. Так. Блин, и представь, какая огромная комиссия из 150 тысяч. Просто представьте. Тише. Ёханый бабай. Тихонько. Так, пацаны. Работает кента ПК. Давайте прифарим. Попал по голове. Ой, как больно. Кому-то жопа. Чуйка. Иди сюда. Сына тебе жопа. Ему жопа. У него 5 хп максимум. Вот говнюк. Тише. Да! Плюс АВМ! Так, все, почти спокойненько, медленно, уверенно пишем, братан, с тебя ВМ. Ой, ребятки, блин, вот это круть! Сейчас, короче, ему напишу, чтобы он продавал по закупке. После того, как он продаст по закупке,
пусть он, короче, покупает мой скин. Я выставлю какой-то статрек. Правда, комиссия будет дохрена. У меня просто нету 100к, чтобы сразу выставить на закупку. Напишу. С тебя АВМ, бро. Напишу. Выставляй. А ну-ка, выставляй по закупке. Так, все, я ему написал, что с него АВМ пусть выставляет по закупке. Так, сейчас мы посмотрим, что же он ответит. Ребятки, внимание, внимание, спасибо за внимание. Так, подождите. Так, он начинает меня игнорить. Напишу, ау, не игнорь. Не, ребята, нехорошо. Пишет, какую? Ну, АВМ Трэшер Хантер, продавай. Так, починай, что-то меня это пугает. Пишет, какую? Кажись, он начинает включать дурака. Не, починай, это не смешно. Мы с ним играли на АВМ. Напишу, с тебя 150к. Ну, с тебя 150к. Мы же не играли на ВМ Treasure Hunter. Алло! Не, он дурака включает. Отвечаю, играли. Ты мне видео скидывал. Ты мне сам в ВК написал. Я же писал, но просто так. Алло. Не, какой говнюк, видео мне скинул? Даже видео скинул? Ты мне писал на АВМ. С тебя 150к. Не, ребят, я просто в шоке с наглости этого парня. Ну, посмотрите, еще этот клан GGQ. Вот если меня смотрит глава этого клана, пожалуйста, кикните этого мошенника. Посмотрите, у него 76 часов. И значит, если он не был АВМ, он читер или что? А как он видео снял? Значит, он читер получается или как? А, ты не говорил на какую? Какой хитрожопый! Говорит, ты не говорил на какую, да? Все, братан, я тебе спалил видео, тебе просто хана. Я еще, возможно, о разрабам напишу по поводу тебя. Короче, ребята, если вы адекватный подписчик, не такой аферист, как этот говнюк, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал КентПК и напишите любой хороший комментарий. Ну, а с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!